Привет, друзья, вы смотрите Банальное ТВ, с вами Тур. Мы сегодня с вами продолжаем играть в GTA 5 RP на сервере Five Life RP. Ссылочка, естественно, как со мной поиграть, есть в описании. Также не забывайте вводить мой промокод при регистрации, который как бы тоже написан в описании. Вот так вот, как говорится, из огня до полымя. Короче, прям еду, да, вот еду и сразу начал запись. Я еду, дорогие друзья, на ферму, давно я там не был, я хочу посмотреть, как там еще можно подзаработать. Насколько я знаю, там есть работа на тракторе. Вот это мне на самом деле интересно. Посмотреть, сколько можно заработать, управляя трактором. Я не знаю, есть у меня нужная лицензия, чтобы управлять трактором. Но надеюсь, что, как говорится, все будет чики-пуки, друзья. И в одной из следующих серий я все-таки хочу... Скорее всего, я сдам на лицензию, чтобы водить можно было грузовики. И мы с вами посмотрим, сколько можно будет заработать на дальнобой. Потому что, насколько я понимаю, это одна из самых прибыльных работ. Вот, это будет очень достаточно интересно. Но сегодня я хочу посмотреть на ферме, сколько можно будет заработать на тракторе. Либо что там еще есть, тоже интересно. Потому что я помню, по-моему, я только носил тыквы. Если я не ошибаюсь, по-моему, только тыквы собирал. И как бы все. Вот. Все так же катаюсь вот это на своей малышке, на вот этом малыше, назовем его так. Вот, потом, возможно, что-нибудь другое себе куплю. У меня уже есть кое-какие идейки. Но пока что катаемся на вот этом малыше, как говорится. Даже видите, даже не смог сломать там ничего. Так, окей, вот мы приехали. Так, опа. А, не то. Так, врубаем двигатель. Опа, все, выходим. Так, Дэйву фермы мне не нужен. Мне нужен Дуайт Хэммонд. Дуайт Хэммонд. Так. Работа на фирме, да, да. Информация, ага, понятно. Блин, смотрите, я ковбой, ё-моё. Я ковбой. Так, тип работы нет, задание выбрать работу. Ага, блин, а по-моему что-то обновили. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Уровень фермера у меня пока первый, но это мало. Так, сбор тыквы, сбор яблок. Уход за скотом. Работа на тракторе. Доставка продукции фермы. Вот это, кстати, тоже мы попробуем удобрение полей на кукурузнике. Нифига себе. Ладно, давайте выберем реальную работу над... Нужен именно уровень фермера четвертый. Вот, блин. Ну, тогда будем собирать тыкву. Блин, вот это обидно. Надо, короче, как-то поднять будет себе уровень фермера четвертый. Блин, ну это жестко. Так, возьмите инвентарь в отмеченном месте. Давайте, окей. По-моему, я уже собирал тыквы когда-то. Но это, по-моему, было давно. Потому что я уже не помню, когда я это делал. Я не помню, чтобы я был таким ковбоем красивым. Я бы таким ковбоем был красивым всегда. Так, собирает, окей. А мне надо что-то с этим делать? Нет, ну вроде сам. Вон, до такого не было раньше, я вам точно говорю. По-моему, что-то обновили. Вон справа такой менюшки точно не было. И как долго, интересно, мне поднимать уровень фермера? Как мне это делать? Опа, сдать тыкву. Блин, нифига себе. А вот туда мы сдаем тыкву, вот в эту палаточку. Так, тыква, опа, отлично. Плюс 30 долларов, плюс 2 XP. 2 из 500. Блин, ну это, кстати, да это долго. Но 30 долларов за одну тыкву, кстати, по-моему, это нормально. По-моему, это не так уж и мало. 30 долларов за одну тыкву. В принципе, да, мне кажется, это не так уж и плохо. Потому что, помню, была какая-то работа там, где 30 долларов, блин, тебе чуть ли не за весь день платили. Не прям совсем, конечно, так. Но это было прям неприятно. А тут, в принципе, это более-менее нормально. Так, опа, 30-очка, 60 баксов. Да, по 30 баксов. Так, беги. По 30 баксов мы зарабатываем. И по 2 опыта. Я как-нибудь потом вне записи, может быть, себе этот опыт подниму. Потому что если я буду на запись, вы представьте, это мне надо будет 30 лет. Да, 30 лет надо будет собирать тыквы. Блин, ну, понимаете. Ну, здорово, отец. Вот. И это как-то, ну... Не хочется мне 30 лет собирать тыквы. Да, то есть мне сейчас персонажу тоже 30, да, например. Еще 30 лет собирать тыквы. То есть мне будет, персонажу будет 60 лет. Мне уже будет 78. И как-то это, честно говоря, меня не впечатляет. Так, ну хорошо. Собираем тыковки. Собираем тыковки. Сегодня у нас такая серия. Кстати, ребят, 300 тысяч подписчиков на канале. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы уже, кстати, прожали палец вверх и подписались. И, ребят, обязательно заходите сюда. Заходите сюда. У меня есть семья, кстати. Да, ну вы знаете, что у меня есть семья. Вот. Ну, в игре, так сказать, организация. Всех принимаю. Так что, ребята, зарплаты плачу хорошие, говорится. Мне нужен личный водитель, мне нужен личный охранник, мне нужна личная личинка. Вот.
Ну, слушайте, в принципе, здесь, ну, можно поднимать деньги. Можно поднимать деньги. Мне даже, я не знаю, вроде бы я говорил, что мне больше нравятся работы вроде работы автобусника, где ты водишь и так далее. Но, честно говоря, я вот в прошлый раз, я задолбался ехать, блин, через весь штат. А вот тут ты, в принципе, тоже так себе спокойненько берешь, ходишь, собираешь тыковки, бегаешь. И все у тебя, в принципе, прекрасно. Но опыт очень долго качается. Опыт очень долго качается. И это как-то неприятно. Блин, не, ну мужик красивый, согласитесь. Так. Можно? Блин, я хочу как-нибудь так встать, чтобы одной... О! Здесь одной ногой на тыкву. Так, тихо-тихо. Так, солнце у нас с другой стороны. Подождите, я хочу сфотографироваться красиво. Во! Так. Так, ну... Подождите. Нет. Так, солнце у нас где-то... Так, опа. Опа. Раз, два, три. Не, ты чё встал-то? Да, блин, ребята, сложно, секунду. Так, веселые истории, опа. Понимаете, красивый кадр, это наше все. Так, потом мы нажимаем, подождите, чтобы убрать интерфейс F3. Во, блин, смотрите, красиво. Ну это прям, это, друзья, это прям на превьюшку пойдет, так вроде... Во, подождите, вот. Опа, во. Он прям красиво. Короче, все, устал я работать на ферме. Сразу вам говорю, я наработался. Заработал $180. Ну, сойдет. Так, мужик. Да, я готов. Все, Дэйв, пока. Дэйв, пока. Я, как говорится, уработался. Во, здесь, кстати, тоже можно... Давайте посмотрим, сколько здесь домики стоят. У фермы домики, кстати, достаточно интересные. То есть, в принципе, если ты собираешься прям жестко работать на ферме, то можно здесь купить себе... домик. Так, тихо, машина. Можно купить себе домик и здесь жить. Блин, ну на такой машине здесь не надо кататься. Турбенте и все, кто его смотрят. На такой машине вы лучше здесь не катайтесь, потому что, как вы понимаете, она не предназначена для таких дорог от слова совсем. От слова совсем. Так, спокойно, налево. Блин, она вообще, она на песке, и она неуправляемая. На песке она, конечно, неуправляемая. Так, здесь у нас, кстати, можно заправиться. Там стоит еще какая-то цистерна. Так, что здесь за домики у нас, мне интересно. Так, здесь также можно и переодеться. Ну, в принципе, блин, я вам говорю... О, ну, кстати, домики... Ну, такие. Достаточно интересные, с одной стороны. С другой стороны... Такие. Подождите, а я же тут недалеко живу, да? А, нет, я живу на другом, так сказать... На другом берегу. Так, а что такое ХСЭ? Ограб... Что за ограбление? О, друзья, в одной следующей серии мы поспорим, что там за ограбление. Честно говоря, я даже не знаю. Я вам серьезно говорю, я не знаю, что там за ограбление. Так, давайте тогда, наверное, поедем к дому, чтобы в следующий раз, если что, я начал от дома. Так, вот он, мой домик. Тут, в принципе, ехать недолго. Ну как, 2 километра, блин, то есть мне... А, мне сейчас, наверное, все это... А, ну да, вон мне все это озеро сейчас оплывать, так сказать, чтобы переплыть, чтобы перейти на другую сторону. Тут, тут у нас есть какой-то аэропорт есть. Вот, сейчас, короче, переплывем, переедем. Поставим машиночку. Там у нас, кстати, гелик должен стоять. И все у нас хорошо. Гелик, кстати, я так до сих пор не продал. Что-то покупатель не находится. Друзья, продам гелик дешево, стоковый. Прокачать его было бы прикольно, но, блин, чтобы его прокачать, он, наверное, дороже выйдет, чем сам гелик. А таких денег... У Турбенти нет, в принципе, они есть. Хотя нет, таких денег нет. Хотя нет, вряд ли он стоит дороже, чем сам гелик. Но все же. Все. Так, я помню, мы, кстати, с вами на рыбалочке тоже зарабатывали шота худо-бедно. Продаю дом у магазин касок. А, у магазин масок 2. Тут продают дом. Интересно, как себе, вот видите, у него прикольная такая симка 491-999. Как себе такую же интересно сделать? Потому что у меня есть какие-то симки, они все какие-то не очень. Назовем это так. Не самые лучшие. Так, опачки. В общем, друзья, вот такая вот получилась серия. Хотел заработать, поработать на тракторе. Но, как оказалось, просто так тебя туда не возьмут. В общем, друзья, на этой ноте мы будем с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны. Ставьте свои большие, огромные, гигантские, невероятные пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием GTA 5 RP на сервере 5 Life RP. Не заставит себя... долго ждать. Ну а я хочу позировать на камеру. Смотрите, какой ух, сильный мужчина просто. Опа, посмотрите, какие мускулы. Какой красавчик.
В общем, друзья, всем вам удачи, всем пока-пока.